здание райотдела, которому уже 30 лет, капитальный ремонт делали аж в 98 году. Поэтому возникла острая необходимость провести реконструкцию, о масштабах которой свидетельствует красноречивая цифра – 15 миллионов рублей. На открытие, по сути, нового здания пришло немало гостей, как водится, не с пустыми руками. Для того, чтобы вы были здоровы, администрация района вам дает тренажеры. И для того, чтобы технически работали, мы вам дарим тоже технические средства. В торжественной церемонии открытия райотдела приняли участие губернатор Юрий Берг и начальник управления МВД области Ефрем Романов. Теперь здание РУВД отвечает всем современным требованиям. Комфортные кабинеты, новый спортзал и даже изоляторы временного содержания. В настоящее время условия очень хорошие для службы, для занятий спортом и служебной подготовки по всем вопросам. То есть проблем сейчас нет. Александр Петренко, Виталий Дерябин, Роман Борищев. Новости дня.